Это YouTube-канал Жирный Голубь. Если не подписан, то подпишитесь. Итак, мы в Final Fantasy 6. Наиграл 3 часа и понял тут основной сюжет. Что тут, собственно, происходит. Тут есть такие вот... Путинская братва. Начнем с Путинской братвой начать, да? Есть, короче, империя, да? Вот. Есть империя. Вот, империя есть. А есть Путинская братва. В общем, суть такова. Путинская братва проникла в империю, империя загнила, вот. Стали, вот пришли навальнисты, да? Навальнисты, да, пришли. А почему они пришли? Потому что империя настолько загнила, что начала в Волгодонске устраивать взрывы. Домов, городов, всего прочего начала, да, устраивать взрывы, да? Вот и все. И пришли навальнисты, да? И они навальнистов преследуют, закрывают их штаб, да, отряды Путина направляют туда, в штаб. И закрывают их штаб, да, короче, вот. И вот убегаем на плоту, короче, из штаба, да. Короче, империя взрывает дома, все понятно, да. От этого весь скандал и есть. Так, видишь, какой скандал, да? Ну, прям плыли. Надо меньше сложности, ну, прям плыть. Мало того, империя взрывает дома. Так она еще оружие ищет, да, изучает запрещенное химическое оружие, изучает, да, из перв, да, изучает химическое оружие запрещенное и магию, некромантию изучает, да, вот. Чтобы революцию совершить, да, надо Ленина поднять. Ленина поднять из пещеры, вот он. А он в пещере сидит и все там. Одного Ленина мы уже подняли, да? Но одного Ленина недостаточно, да? Одного Ленина. Потому что Ленин магию дает, а одного Ленина недостаточно поднять. Надо больше Лениных поднять. Больше. Штук с десяток уж точно. Лениных поднять. И тогда нормально будет. А то грустно. А то совсем грустно, когда Ленина не поднимаешь из пещеры. Тогда вообще грустно. И в общем, империи в этой, и люди неприятные, в общем-то, да? Главные у них неприятные эти господа. Представляете? Неприятные господа там, главные, да? Страшные такие, да, вообще? То рабскую какую-то корону наденет, только вот деньги подкупит, то это самое... Журналистов там этих проплаченных по телеку покажут, да, вот. Ну, путинская братва, потому что империю захватила, да? Казалось бы, фэнтезийная империя, а при чем здесь путинская братва? Нет, путинская братва в империю, и все, да? И захватила, да, загнила империя. Стала империя плохой. Как путинская братва пришла туда. Вот и все. А игра нормальная, хорошая, да? Еврегут игра, короче. Вот. Правда, и задалбывающие вещи с этими комбосами, да? Которые надо учить здесь. Всякие блицы, да? Я вообще после этого блицбола из 10 части никакого блица не люблю. Ни блица, ни блицбола, да? И даже такую комбинацию букв терпеть не переношу. Во, короче, приплыли. Приплыли для сохранения, господа. Вот, вот такие вот дела. Такое вот включение. Ну, вы поняли. Вы все поняли, да? Понятно, все понятно, да? Империя, путинская братва. О, смотри, какой страшный персонаж, это вообще Беннон. О, видите, видите, вот Навальный, чисто Навальный, Беннон это. Беннон это новый Навальный, да, местный. Местный Навальный, видите, какой страшный, да? Страшно, такое загребет, империю это загребет запросто, да? Он, это самое, от одного вида путинской братвы убежит, если он до империи, до главного города дойдет. Это империи. Путинская братва сама убежит, империя станет нормальной. Тужите, господа, свет.